Всем привет! Итак, я решила попробовать поиграть в лотерейки. Ну, как-то сейчас на коленках буквально ночью настроила себе съемочную студию. На самом деле все висит в таких позах, но по-другому никак. Ну, ладно, первый блин, надеюсь, будет не совсем комом, но тем не менее. Просто мне вот стало интересно, если регулярно играть в лотерейки, возможно ли все-таки дождаться своего приза или нет. И так объясню, почему я все-таки делаю это ночью. Сегодня был такой не очень хороший день, 31 октября, ну как бы по часам уже 1 ноября, но тем не менее. И все эти лотерейки я покупала в октябре. Вот, хочу завершить месяц, посмотреть, есть ли тут хоть что-нибудь. И судя по тому, каким был этот месяц, мне кажется, наверное, нет. Но, как я уже сказала, первый блин комом, возможно. Ну, посмотрим. Тут все такие до 50 рублей. Вот, две семерочки, счастливая карта, кошки-мышки. И здесь небольшая пачечка магии звезд и лимона. Я уже ознакомилась с правилами и думаю, что начнем с самых дешевеньких тогда. Тут одно игровое поле. Вот правила игры. Все просто, стираем. Если видим число, значит, эту сумму мы выиграли. Вот еще купила такой специальный брелочек, чтобы стирать. Наверное, его надо доставать. Не знаю, если честно. Ну, попробуем так. Ну, поехали. И, кстати, если все-таки кто-нибудь таки смотрит это видео, поставьте мне лайк на удачу. Погнали. Ох, я этого не делала, честно говоря, со школы. Так. Ну, в правилах игры было написано, что тут должно быть либо число, либо знак зодиака. Тут, как мы видим, знак зодиака. Если число, то мы выиграли данную сумму. Если знак зодиака, то надо собрать три знака, относящихся к одной стихии. Значит, пока что без выигрыша. Ну, тут тоже. Тут тоже. И тут тоже. Так, третий. О, 30 рублей. Отличненько. 30 рублей. Прекрасно. Откладываем вот сюда. Первые три. О, вторые 30 рублей. Надо же. Вторые 30 рублей. Зелененькие прям удачные. Тут знак зодиака. Я думаю, что сейчас, наверное, я... Вот Овен Телес... А, Овен-Лев, это, наверное, к одной относится. Овен-Лев, рыбы. Если тут есть рыбы, то... Нет, рыб нету, значит, надо еще собирать. Значит, эти не надо выкидывать, просто три разных. Если соберутся из одной стихии, то будет выигрыш. Так, эти по 60. Ну, хотя давайте маленький продолжим стирать. Тут все просто, тут число. Вот правило. Ну, погнали. Ух ты, 200 рублей. Вот это да. Прям первый удачный билет. Здесь по нулям. Вот это да. И тут 200 рублей. Ничего себе. Настроение начинает подниматься. Так, тут 0. Кстати, я посчитала, я потратила на эти лотерейки 770 рублей. Тут по нулям. И последний из этой серии. Ну, и тут тоже по нулям. Окей, переходим к большим. Так, в семерочках тут сказано. В общем, линии по диагоналям, по вертикалям, по горизонталям. Ну, начинаем вот, давайте, с самой большой линии.
что там должны совпасть значки, да? Три одинаковых символа, да. Ну, посмотрим. Два колокольчика. Ох, давай третий. Эх, подковка. Так, какой дальше? 50 тысяч. Подковка. Ну вот. И здесь подковка. Эх, ну остается, может сыграть только вот это, либо вот это. Линия. Так, ну давайте попробуем вот это. Нет. Здесь. О, подковка. Мы выиграли 150 рублей. Здесь уже не может быть. И здесь тоже. 150 рублей. Приятненько. Так. Так, выигрышный у нас вот здесь, да? Так, дальше. Подковочка. Надеюсь, тут все видно. Семерочка. Так, ну, эта линия уже не сыграет, к сожалению. Да, все разное. Играем вот. И здесь все разное. Эх, очень жаль. Подковочка. Так. А, ну тут, в принципе, ничего уже не совпадет, кроме средней. Семерочка. И нет, колокольчик. А, вот еще такая может совпасть. Ну нет, подковка. Эх, а так все близко было, две семерочки. Ну что ж, ладно. Так, счастливая карта. Тут написано, что... Значит, если сумма чисел в игровом поле будет больше суммы чисел в поле банк, значит, мы выиграли. Ну, погнали. Так, 7, 23, 9 и 22. Так, 7 и 23 это 30. Так, 30, 40, 50, 61. 61. Так, стираем первое поле. 61. Так, со счетом у меня, конечно, не очень, но... Так, значит, 10, 30, 40. Ну, тут уже, конечно, не будет. 48, 49, 50. Ничего не выиграли. Так, второе поле. Да, судя по всему, тут тоже, наверное, ничего не будет. Уже. Ну да, наверное, 19, 20, 30, 40. Да, тоже нет. И есть бонус. Если 4 одинаковые карты, то... Ну, они уже не одинаковые. Эх, а жаль. Увы, билет проиграл. Так, и последняя лотерейка на сегодня. Кошки-мышки. Ну, тут все так же играют по всем направлениям. Но тут 4 игровых поля. Ну что ж, стираем. Что-то плохо так стирается игра. Так, ну тут ничего не совпало. Ну, второе поле. Реально очень плохо стирается. Тут тоже ничего не совпало. Это ж надо из одной кошки и мышки столько комбинаций. Вот они, крестики-нолики, в действии. Тут тоже все мимо. Ну и последняя на мышку надежда. Мышка, давай, не подведи. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, походу ничего. Ну, обидненько. У меня были надежды на кошки-мышки. Такие я люблю, кисочек. Ну, что ж. И итого, значит, у нас выиграло 4-5 билетов, 150 рублей. Так, 150,
400, это 550 и 60 рублей. Боже. 550 и 60 рублей, это 610 рублей. Ну, все равно приятно. Честно сказать, я думала, что все будет вообще пусто. Итак, спасибо, что посмотрели, если посмотрели. Думаю, сегодня выложу видео. Добро пожаловать, буду играть регулярно. Все, до следующего видео.